При этом возрождается только класс буржуазии, мафиозные структуры, воры, бандиты с большой дороги и проститутки. Они влияют на государственное управление, они правят Россией. Я, например, совершенно убежден. Естественно, я очень быстро понял, что война была не только великим подвигом, но и великим несчастьем. Оно было для нашей страны великим несчастьем, потому что оно дало новую силу сталинскому режиму. Что в официальных этих правительственных торжествах меня приглашали как через Союз писателей, я отказался участвовать, что мне не хочется ассоциации с генералом Грачевым, скажем, и с той политикой, которая проводится сейчас в Чечне. Мы еще сами посудим костра. Проходите.